Приветики, дружище! Ты на канале, который посвящен фарму опыта Fortnite. Меня зовут Дима, мой ник Brother2S. И с моим каналом ты быстрее всех доберешься до своего 200 уровня. Потому что я каждый день выпускаю видео. Мои карты самые крутые, самые имбовые. На них насыпает офигенное количество опыта. И с ними легче всего прокачиваться. Давай покажу тебе, что подготовил для тебя сегодня. Лайкани видосик, напиши комментарий обязательно. И подпишись на мои соцсети, YouTube, Twitch, TikTok. Тогда ты еще сможешь принять участие в челлендже «Халявушка», где я каждую неделю выдаю кому-нибудь приз до 1000 баксов. Так, заходим в поиск. Сюда вводим код 5890-7910-9242. Нажимаем Enter, нажимаем на эту картиночку, выбрать и устанавливаем частный режим игры. Теперь нажимаем «Играть», и если у тебя есть желание меня поддержать, заходишь в магазик себе, нажимаешь внизу кнопочку «Поддержка автора», сюда вводишь код G-App, нажимаешь «Поиск», и код фиксируется у тебя в магазике. С этого момента ты будешь поддерживать меня всеми своими покупками. Вот такую классную поддержку ты можешь мне оказать. Респект тебе за это и уважуха. Смотри, когда заспавнили здесь на карте, пробегаем вот сюда по диагонали за рампу. И вот к этому баннеру подбегаем, здесь нажимаем кнопочку слева от него. Потом вот к этому баннеру, здесь справа от него нажимаем кнопочку. Потом подходим к вот этому желтенькому баннеру. Смотри, значок XP — это стопудовая гарантия того, что ты получишь опыт на карте. Нажимаем на баннер и выбрать. Ждем, пока он загрузится, сейчас покажу, как там лутать. Смотри, бро, если тебя закинуло так же, как меня, в открытый режим, то ты нажимаешь Escape и вот здесь вот добавляешь карту в избранное, ставишь лайк и возвращаешься в лобби, чтобы сменить режим на частный. Это сейчас баг в игре, должно перекидывать в тот режим, в котором ты изначально поставил, но оно почему-то перекидывает коряво. И вот тут меняешь открытую игру обратно на частную. Нажимаешь «Играть» и запускаешься теперь в частном режиме. Это такой сейчас баг в игре, который скоро должны пофиксить, и все будет нормально работать. Все, теперь мы запустились в частном режиме, как и должно было быть это изначально. Пробегаем вот сюда вот вниз, вот в этот уголочек. И здесь делаем эмоцию. Лучше какую-то, ну, любую эмоцию, либо какой-нибудь стикер. Лучше не делать граффити. Граффити не всегда срабатывает. Потом пробегаем вот сюда и вот тут внизу нажимаем кнопочку Secret Location. Попадаем вот в такую локацию, берем здесь граплер и ждем, пока закончится этот таймер, друг мой. Пока идет таймер, у тебя есть классная возможность присоединиться к моему дискорд-каналу. Ссылочка на него на экранчике есть. В дискорде много интересного, поэтому давай, становись частью нашего классного дружного комьюнити. Будем вместе играть и развиваться. Смотри, когда заканчивается таймер, здесь кнопочку просто нажимаешь под ним, и у тебя снимается барьер и запускается АФК-опыт. Подбегаешь вот сюда к крюку. На крюке на этом нажимаешь первую скрытую кнопочку, и у тебя начинает наваливать опыт на аккаунт. Потом вот сюда на камушке запрыгнул, здесь на коряге на вот этой вот тоже кнопочку прожал, и у тебя буст увеличивается. Дальше идем в сторону маяка, здесь чуть-чуть правее от маяка. Вот в этом месте активируем еще одну кнопку. Потом идем вот на этот камень, здоровый гигантский булыжник, вот на этот. И на нем у нас есть еще одна кнопка, нажимаем ее. Потом снова идем к маяку, и нам надо с тобой внутрь забежать и пробежать чуть-чуть там повыше, на четвертый ярус. Забегаем, вот смотри, здесь красный этаж, вот нам надо еще один такой красный найти следующий. Бежим, 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 и вот он красный. Снова здесь наверху кнопочка. Теперь подходим опять к маяку, к входу. И над входом, вот здесь на козырьке, еще одну кнопку нажимаем. Кайф. Так, дружище, нам нужно с тобой еще активировать несколько кнопок, чтобы пойти дальше в другую локацию. Вот на таких ящиках, которые по одному стоят, вот так вот по всем углам есть кнопочки. Надо их прожать. Нажимаем. Теперь поднимаемся на маяк, на верхушку, прям на самую. И вот здесь у нас, где находится лампа, сзади есть кнопка, которая переносит в другую локацию. Чик, и мы оказались здесь. Ждем вот этот небольшой таймер. Смотри, у нас уже за 2 минуты 68 тысяч опыта. Теперь ждем и будем прожимать вот эти кнопочки. Теперь прожимаем кнопочки на вот этих стойках. Последняя кнопка нас телепортирует вот на такие батутики. Уже соточку опыта мы забрали, ребят, с этой карты. Вообще изи. Теперь здесь можно полетать в АФК, и каждые 3 минуты будет включаться дополнительный буст к опыту. Посмотрите, как насыпает. Уже 107, 108 тысяч, 109, 110. Просто офигенный буст.
Поэтому здесь просто летайте хотя бы 10, 20, там, 30 минут, сколько есть возможности. Вот. И лутайте опыт. Сейчас полетаю и посмотрим, сколько налутаю. 10 минуточек буквально. Так, дружище, 10 минут проружало у меня. Уже за это время я залутал больше 140 тысяч опыта на этой карте. Вообще просто чумовая, просто обалденная карта. Для того, чтобы лутать вот так вот опыт, когда нет усиления, когда есть ограничения на получение опыта, это просто имба. Уже он почти 150 тысяч. Смотри, здесь можно дождаться еще вот эти вот цилиндрики и забрать их, чтобы получить еще дополнительный буст к опыту, если у тебя есть желание. На карте можно просто поиграть, побегать, и тебе будет продолжать насыпаться еще опыт. Но таймер, как видишь, наверху остался и будет каждые 3 минуты еще включать бустик. Все, на этом я с тобой буду прощаться. Я желаю тебе всего самого наилучшего, дружище, чтобы ты быстрее прокачался, получил кайф от игры, забрал все скинчики. Вообще, короче, чтобы у тебя все было тип-топ. Давай, пока.